Привет-привет, канал туда-сюда. Ну, как всегда. Dark Souls 3. Стартуем с Анор Лонда. И сейчас, поскольку я начну лажать, лучше я, пожалуй, для начала разведаю локации. Ничего себе он достал. Офигеть. Вот это у него бросок. Эй, класс. Короче, для разминки полетаем тут с рыцарями. Кто-то упал? Нет? А то звук такой был. Заодно вот осколки пособираю. Вон в ту часть я тоже так и не сходила, а надо бы сходить посмотреть, как там поживает Анор Лонда с той стороны. А вы пока лайкните и подпишитесь. Со мной можно узнать что-нибудь новенькое об этой игре. Потому что я нестандартно косячу обычно. И у меня сюжет идет не как у людей. Спасибо, что открылся. Итак. Попробую сейчас и этого рыцаря. Сейчас опять не шлепнуться, как вчера. Заряженные у них эти мечи. Все, да? Молниями. Давай, открывайся, вот. Вот бы сейчас присесть, и они бы не восстали. Было бы круто. Кстати, душа моя успокоилась насчет того, что Сигвард после этой стычки в любом бы случае живых не остался. Он выполнил бы свой долг, и на этом его история бы завершилась. Поэтому, ну что могу сказать? Да будет так. Такс. Красивыми видами я полюбовалась, пытаясь узнать места, везде ли я была. Мы ж оттуда пришли, нет? Здесь побывали. Ну, идем посмотрим, есть ли тут проход внутрь. Или только изнутри тоже открывается. А, тут вообще закрыто. Ну, чудно, я хотела тут поисследовать, а исследовать тут нечего, если только, опять же, я изнутри бы пошла. Собственно, можно убрать этих диаконов. Я запомнила, запомнила. И попробовать сходить.
Один вон там наверху стоит. А давайте я начну от кузнеца. Попробую убрать его, которого сверху. Так, наверное, будет проще. Хотя они там снизу тоже туда стреляют. А еще я подумала, что надо бы, наверное, щит взять против этого самого Улдрика. Погодите, сюда ли? Да, там внизу. А, слушай, тут еще трое. Попали. Бабка. Опять же, тут предметики вот лежат. Свидетельство верности. Ага, очередное ухо. А, вот тот одинокий, который здесь, ясно. Бамс, бамс, бамс. Так, ну и те, которые внизу, да, теперь вон там. Так, а на ту сторону внутрь меня пустят? Хочу посмотреть. То я там вчера спустилась сразу вниз и ничего не посмотрела, есть ли тут открыты ли внутренности. Потому что замок-то, по идее, большой. Но я не знаю, есть ли им, был ли им смысл здесь открывать его весь в этой версии. Ага, не было. То есть они вот так решили обыграть этот момент. Ладно. Я, собственно, согласна, что смотреть там нечего. Мы там уже были, все видели. Двери закрыты. Ну и, собственно, в таком виде-то идти туда какой смысл? Надо же мне быть во всеоружии. Тут еще вот ползут слизняки. Щит я хотела. А куда мы его возьмем? Щит-то. Кладовать вот у меня там не особо получается. Сюда вот что ли взять? Ай, дождалась, блин, пока она доползет. Сейчас мы и проверим, собственно. Плоховато этот щит от магии защищает. Слушайте, ну от этой, я смотрю, можно просто вот отойти и все, да? Еще там в комментах написали, что Олдрик поглотил Гвендолин. И на голове у него не просто корона, а голова. Ну, собственно, голову-то я узнала. Ай. Что-то не особо мне получается со щитом работать. Где он? Ползучий этот червяк. Слушайте, ну немножко-немножко поглощает чуть-чуть.
Чё за выпад был? Ай. Так, ну... А, стрелы. Слушайте, ну, хватануло. Чуть, конечно, гасит, но не прям полностью. Это ж магия. Так, попробовать какой-нибудь другой щит. Или мешается он только, я не знаю. Мне кажется, не так и так не очень хорошо получается. Сейчас посмотрим. Ну и, собственно, как обычно, там... Вот эти унижения насчет того, что у меня неправильно собран билд. И я бы уже могла быть офигенным магом. Слушайте, ну это же неинтересно. Интересно, когда мучения, страдания, вот это вот все. Когда ты фиг пойми, с чем и как, можешь уделать боссов. В итоге, после 4 часов мучений адских. Когда ты зашел и всех сразу порубал в мясо, ну это ж скучно. Нет, безусловно, есть люди, которым доставляет удовольствие именно построение вот этих вот штук, да, правильно собранных. Дайте отойду, чтоб мне не прилетело вот этой черной магией. Чё-то щит-то я другой так и не посмотрела. Ай. Так, куда появится, где появится? О, кстати. Там душ было, наверное, прилично подобрать, что ли. Ай, сейчас ты подберешь, пожалуй. Ничего не подберешь ты. Так, нет, со щитом что-то надо менять. Пожиратель богов. Слушайте, ну он неспроста так называется, да, ведь Гвендолин был богом. Да. И, конечно, бы сама бы я ни в жизни не вспомнила подробности этого всего. Водичка у меня теперь с сахаром, чтобы сахар во время битвы не кончался. Мне нужна... Чё, защита от магии или от тьмы? Чё у него там? Вроде похоже. На чё похоже? Я не знаю, на чё похоже. А у меня тут ничего такого-то и нету. Поглощение при блоке. Магия. Тут, значит, у нас... Тьма. Вот этот взять, попробовать. 48. Или вот этот. Какой у него там это самое? Толчок. Отлично. Это что-то я подрасслабилась, болтала лишнего, и вот. Сейчас наполучаю от всех. Мимо гигантских рыцарей я вот так же бегала за колонной, я прям помню. И тоже это было, мне кажется, какое-то невероятное количество раз. Супер. Ну
на червяка на какого-то похож. С него фокус все время слетает, а? Справа-слева. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А чё ты встала-то? Чё ты встала-то, я не пойму. А, ну правильно. Манипулятор отключился. Разряженный, что ли, ты? Давай другой попробуем. Надо подписывать, какой зарядил, а какой нет. Так, за кадром добегу, наверное. Маленько прилетело мне, ну совсем чуть-чуть. Попробовать этот толчок щитом использовать. Прям мне в голову воткнули. Стрелы. Ой, как долго. А когда закончится-то этот град стрел? Блин, а как подойти-то теперь? Что-то как-то... Может быть, тут бы мне как раз-таки крутая магия и пригодилась. Но буду вести себя так, как будто у меня ее в принципе нет. Так, добралась я. Хорошо. Блин. Блин, вот эти самонаводящиеся штуки. Как от них быть защищенным-то? Фиолетовый же, это тьма, правильно же я все понимаю. Научили меня пользоваться тут. Повелителем бури. Хотела попробовать просто. Короче, он только против гигантов, да? Хорошо работает. Ну, прикольно, прикольно. Это не обращайте внимания. Это просто хотелось попробовать, и все.
Не знаю, почему у меня первый раз не получилось это сделать, когда я его против гиганта пыталась использовать. Чуть-чуть, там, 3 секунды я, наверное, не подождала, и вот такой результат. Но, собственно, здесь оно мне ни к чему. Слушайте, вот это может попробовать. Может быть, он будет более эффективный для... Против. Для против. Ну, в общем, вы поняли. Олдрика этого самого. Так и знал, что я никуда не дойду. Но ничего, это показательное выступление, как обычно. Без этого я не я. Слушайте, ну в целом, конечно, этот щит получше, да? А вот отойти я стабильно не успеваю. Каждый раз фокус слетает. Ой, вот это плохо. Он тут какой-то бесконечный, у него этот дождь. Угу. Да как же с этим справиться-то? Куда ж прятаться-то? Что-то я не обратила внимания насчет меча. Насколько он был эффективен. Подойти-то я что-то вообще никак не могу. Надо что-то полегче. Сейчас попробуем. Ну уж, раз я сегодня тут по полной развлекаюсь, почему бы и не попробовать все, какие у меня тут есть. Нет, какая-то у меня еще была. Ритильский.
что ему мороз не понравится. Зато он легкий и не будет, наверное, так съедать мою выносливость. Совсем дохлый номер какой-то. А может и не очень. Тут главное к нему подойти поближе. Потом вовремя отойти. Опять я дикобраз. Хотела я оттянуть этот момент боя с Олдриком. Думала, есть что поисследовать в Анор-Лондо, но, собственно... Логично, что тут ничего и быть не может, поскольку в предыдущих частях Анора нам хватило. Мне кажется, меч правосудия вот я еще не пробовала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Че он с дождя-то начал вот вдруг? Его же оружие против него. И густо. Ой, дождик, дождик, дождик. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. А как приятно тучке по небу лететь. Мальчик, который выжил. Ай. Да дайте хоть разок попробовать рубануть-то. А то я не понимаю, работает он или нет. Судя по всему, не очень, особенно не заряженный. Класс. Нет, короче, что-то тут надо мощное. Хоть и тяжелое. В общем, буду пытаться рубить дальше. Нет, не буду. Так, еще колечко поменяла, от тьмы надела. У меня, кажется, ж есть вовсе. Отойти-то вот в этот момент-то никак. Обязательно надо затупить.
Отходи, отходи, вот. Один фиг уже понаполучала. Где? Ай-я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 й. Ну, бесячий дождик, бесячий. В общем, я решила, что щит мне только мешает. Отвлекает меня от маневров. Так, а вторую часть попробовать магией. Я не знаю, насколько у меня это получится, блин. А-а-а, никак не получится. Дождь этот из стрел. Ах. Жаль, здесь нельзя взять щит и поднять его над головой, как это, как зонтик. Я нажимаю с той же скоростью, с которой они сыплятся. Давай, 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 отойдем. Ай. Ай. Где ты? Отойди, 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 отойди. Блин, подлезла прям под это самое. Теперь, может быть, пора приняться за магию. Ай-яй-яй-яй, ну как пережить эту атаку, я хз? Пойду попробую, в общем, поколдовать. Не особо, да?
Чародей из меня никакой вообще. Йеннифер в шоке уже была бы в обмороке. Чё ж ты ж не это самое-то? Вот, пожалуйста, сейчас навтыкает нам полную задницу стрел. Нет, короче, это крупка. Как в лесу нужно. Вот особенно в такие моменты. Нет, фигня какая-то. Ой, я не знаю, короче. Не нравится мне это все. Ты зачем же это самое-то? Ай. Уже половины эстуса нету. Да блин. Звездочки еще тут. Надела опять любимое колечко с перекатами. Не знаю, чем мне это поможет. Но, может быть, чем-то поможет.
Меня бесит, что с него фокус все время слетает. Еще 3 часа, что ли? Ну вы серьезно? Ну вот фиолетовое свечение от тьмы, да? Интересно, насколько сильно увеличивает сопротивление. То, может быть, мне и хватит. О, видали? Слушайте, а ничего, такие ягодки. Как долго, интересно, действуют. Ага. Но стрелы все равно круче. Блин. Ой. Ой. Что-то у меня тут все упало. Пока наблюдала за пилюльками, увлеклась. Колонны неплохо спасают, если они не разрушены. Ах ты, забыла, что эта атака разрушает колонну. Черт. Пойти уголь, что ли, купить? Блин, вот еще вроде отошла, и все равно мне прилетело. Блин, у колонны надо было стоять.
Ой, чуть-чуть осталось. Все, я поняла. Во время дождя надо быть у него за спиной. За дело. Отойди. О, молодец. Чё там, где там? За спину, за спину, за спину встать. И отойти вот тут. Ай, не успела. Блин. Ну, все, до кучи сюда прилетело мне. Что-то мы с диаконами немножко не поделили. Все, коробочки кончились. Так. Довольно длинное, подготовительное вот это вот все. Где? Не вижу, не вижу, не вижу. Так, а вот это плохо, плохо. И подальше, 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 подальше. Блин, ну не успеваю. А куда я тут? На, ну правильно, в колонну уперлась. Так, ну чё, коробочки у меня закончились от тьмы. Ладно, хоть копии его не делаются здесь. Ай. Так, ну чё, где ты появишься? Так или иначе, все боссы здесь связаны с огнем. Вторая часть, да? Боя.
Да где ты? Блин, вот эти полеты вообще я не засекаю. Бедный Гвиндолин. Еще колечко отдела, которое усиливает атаку, пока она продолжается. Вот я так понимаю, это вот подряд, которые удары, да? А чё я, кстати? Слушайте, во, прикол. Я уголь я купила. А кто использовать его будет? Правильно, зачем? Так. Вторая стадия, правильно я понимаю? Вон туда. Еще. Убежала. Ать. Так. Давай. Это самое. Ай-яй-яй-яй, что произошло? Блин, все повисло и... Ну да. А я не знаю, было вам видно зависание картинки или нет. Что у меня тут происходит, не знаю. Итак, уголь принят. Но я чувствую, что сейчас он пойдет, как обычно, прахом. Быстро очень. Давай сейчас надо порубить очень сильно. А теперь надо отойти. Оп. А теперь надо за спинку. Отойди. Молодец, ну не совсем молодец. Давай еще хлебнем. Давай, пока лежит эта фигня. Слушайте, чуть-чуть осталось. Может, все-таки получится? С какой стороны-то?
Ай-я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 й. А мне засчитают? Нет. Ура! Я вот спорю, вы такого еще не видели. Пламя гаснет, огонь ждет последнего пыль. Ой, чую, сейчас из меня что-то сделают не то. В твоих руках. Куда меня отправили? Червяки. Прошу, сбереги его душу. Такс. Это, конечно, было. Главное, все, Олдрика уже нет. А стрелы продолжают сыпаться. Вот это интересно было. Да. Обычно же сразу исчезает вся магия, но не тьма. О, чудно. Вот так вот. Ну вы точно такого еще не видели. А кто лежит там? Я сейчас у какого костра-то хоть буду? Мне придется опять бежать, наверное, да? Угу. Ну-ка, отправиться не получится. Получится. Ну и чудненько. Это, конечно, феноменально. Я опять сломала игру. Блин, а где женщина-то была, лежала, которая? И как теперь туда попасть-то? Тут механизмы открыться должны были, лифт. Ой. Ну да, все как и было. Слушайте, а душ мне не дали, да? А чё дали? Это-то хоть у меня сохранилось все, во. Вот, душа Олдрика, много душ или создание уникального оружия. Сейчас поднимемся. Это, наверное, наверху было. Как и в прошлый раз. Не успела. Ну, сейчас. Ой, какая страшная. Ужас. Вот. Так, на верхней галерее ничего примечательного. Здесь вот это было. Кольцо принцессы солнца. Угу. Угу. Читаем. Так, кольцо принцессы солнца. Восстанавливает постепенно здоровье. Это кольцо связывает с Гвиневер, принцессой солнца, старшей дочерью первого повелителя Гвина. Кольцо неуловимо теплое на ощупь, словно луч света. Оно постепенно восстанавливает ОЗ. Гвиневер покинул родной дом с множеством других божеств, стал женой и матерью и вырастила нескольких небесных детей. Слушайте, ну вот я чувствую, что я что-то пропустила, да, вот из-за того, что у меня получилось там представиться. Я какую-то часть этой самой легенды, наверное, пропустила, да? Вот это, там, где дама лежала. Кто это был вообще? Принцесса это была? Не знаю, кто это был. Вот. Собственно... Отсюда что-то я пока опять выхода никакого не нахожу. А куда же дальше мне идти? Куда же? Интересно. Это кто? Ну и, соответственно, угля у меня внутри нет, поскольку я отэтовалась. Так. Это мы прошли. Осталось вот это. А что вы хотите сказать, что все? Куда дальше-то?
Ладно, сходим в храм, может, там мне прояснят обстановку. Где остались выходы, которых я не, это самое, не увидела. Куда идти-то дальше? Может, хранительница знает? Добро пожаловать, Чил. Быть не готов. Не знает, да? Ладно. Прощай. Блин. Где же было то место, где я погибла? Там метка там теперь моя. Где же тогда? И там же, наверное, и души остались. Надо бы, наверное, это самое выяснить, где это место. Вот и ты. Как и должно. Так у тебя... Есть кое-что. Сейчас смотрим, что дали. Йорнворд, король демонов, душа демона, Олдрика, вот. Длинный лук темной луны, это из которого были те самые чудные стрелы. Золотой лук полон мощной магии. Для наилучшего эффекта используйте стрелы лунного света. Ну да, ну да. Стрела темной луны, закалите подготовленную стрелу сутью темной луны, тогда она будет наносить магический урон и сможет пробивать щиты. Так, а что еще? Какой-то... Душа Олдрика, вот. Крадет здоровье врагов призрачной косой. Олдрик мечтал, как он медленно пожрет бога темной луны. В мечтах тот представлял в обличии бледной юной девы. Да-да. Так, ну и у меня, короче... Вопрос все-таки остался, да? Где же мои души? Что это было за место такое? Олдрик. Ну, типа того здесь, но не здесь. Еще раз сходим, посмотрим. Где-то же метка должна была остаться моя с зелененькая, которая. Нет, эти тут стоят. Прям интересно, интересно, что я такого, как всегда, пропустила. Где я там померла-то? Ну вот это фишка моего стиля прохождения. Сломать все, что только можно сломать. Сходим, прогуляемся по кругу. И куда дальше идти, я не понимаю теперь. Вот печаль. Раньше вот тут костерок был. В стародавние времена. Ну, типа где-то здесь, что ли? Нет? Где у меня остались выходы? Входы, я не знаю. Не знаю, не знаю. Тут все закольцевалось и все. Больше никаких... Ни от Йорма, ни откуда еще. Странно. Может, мне вот это дамчо расскажет?
Ну, так, чисто навскидку, не знаю. А то про лотерик там что-то там брякнули, но я, как всегда, мне нужно 20 минут, чтобы поговорить. Ну, вряд ли тут что-то я узнаю. О, клинок, я бы хотела помочь. Давным-давно отец наш Гви, теперь же огонь поддерживается. Но только я... Это я уже все слышала, уже значит, уходишь? Ничего нового. Да, потому что я не знаю, куда дальше идти. У меня не осталось ничего, кроме дополнения. От гиганта Йорма не открылось никаких проходов. От Олдрика... Зачем сюда ты опять нажала? От Олдрика ничего не осталось. А ведь, наверное, если бы я не умерла, что-то да было бы. А зачем Веретил? Не, Веретил нам не надо. Ну, понтифика я все исследовала, Анор все исследовала. У Олдрика. Здесь. В катакомбах все. Там больше не было выхода. Так может это и все? Ну, не должно так быть. Мне не хватает там еще это самое. Короче, пойдемте еще кое-что попробуем. Мне же пепел, наверное, должны были его дать, нет? Где-то вот тут он был, стул. Вот. Дали мне, нет? Да. Торжественный момент. Половина черепа изъеденная червями. И что тут у меня осталось? Это есть, есть. Посередине только остался. Ну, с ним же еще битва должна быть, наверное. Вот этот стул большой. Вот лотрик. Да, сюда мне еще пока предложить нечего. А куда идти, я теперь не знаю. Круто. Пойдемте поразговариваем с кем-нибудь на худой конец. О, чемпион, хочешь послушать? Добрый так, путь. Тут ничего нового. Может быть, Юрия что расскажет? Интересно. Я в твоей власти. Говори. Прошу тебя, когда настанет пора, Кай. Нет, тут ничего нового. Короче, я в замешательстве, что и где я пропустила. И из-за этого ли, что я так вот победила Олдрика, мне не открылось что-то, нечто. Поэтому... И жду ценных указаний, как бы глупо это сейчас не звучало. Но потому что я не знаю, реально не знаю. Вот так вот. В общем, пишите, звоните, рассказывайте, что дальше делать. Что-то я где-то опять пропустил. Хотя, может быть, я потом сама пойму, не знаю. Но, опять же, возможно, я просто все сломала. Ладненько, на этом на сегодня все. До скорых встреч.